топ-15 плейграунда. Окей. Европейский хантер, эльф из Перу. Да, все сходится. Hunter, can he finally get the win that he wanted so bad? So far, only two maps won. That was against Sini and one against 1-2-0, but that was round robin and nothing really counted anymore. Мне это неизвестно от нас, к сожалению. We would like to see it. The chances are not super bad. Hunter, поехали. Can he do it? Can he surprise us all, or will Fly get the rematch against Tomiko in the lower bracket final? Let's determine this in the best of three, starting on EI. The second player qualified from America, OC, actually told me that Hunter так. has good chances here, that Hunter is да. strong in this matchup, and that many people are misreading the odds here. Да, OC поделился инсайдом, что Hunter очень хорош в этом матчапе, и многие люди его недооценивают. But that's all just talk. Proven it will have to be here in game. Hunter отлетел OC что-то 3-0 на отборочных американских. Ну, не знаю. Может быть, коты? Я просто сужу по тем играм, которые мы видели на данном турнире. Вот OC мы сегодня тоже в очередной раз посмотрели. Он, конечно, в первой катке посопротивлялся дольше, чем ожидали от него, но... Но нет. Didn't have the best track record against Night Elf. He was winning a little against Lawlie at once, and also Colorful. Козёл, Блэйдмастер. They were really like kind of in a slump. Это не оскорбление, это два разных героя. Back in the day, Fly had a win streak against Night Elf that lasted for almost 2 years. That is unthinkable. Fly не проигрывал эльфам 2 года. Ну, 2 года, патчи другие были. Хотя и в этих, наверное, он тоже. А, против талонов. Ну да. Ясно. Ну, видите, как патчи влияют на бедных орков. Доминируешь, подстроился к одной стратегии. Когда мы, кстати, последний раз видели талонов в этом матчапе? Какой-нибудь Дима Бесмастер, козел. Ну, можно с козла в талонов тоже начинать, наверное. Но зачем, если есть более эффективные способы? Плюс подстроились уже люди. Да, у все олдскул. Венец благородства выпадает первым. Конечно же, играл. Ах, опоздавший. Фиджет, сочувствую. Такие игры просто. Шикарно, конечно, отыграл. Просто шикарно. Он, скорее всего, мега фаст экспанд делает. Хотя нет, виспа рядышком. Да, старается. О, фотка Форсморна. Заодно мы можем увидеть Рофл Айм Про, как выглядит. Класс. Поздравляю с прошедшим тебя. Теперь у тебя есть власть, которая не снилась твоему отцу. Добил? Кто добил? Да. Добил козел. Красиво. А зачем он крипил, выбивал этот артефакт, если не стремился... Если не стремится в экспанд? Ради артефакта? Может быть, даже ради артефакта, чтобы... Там Блейд очень часто этого огра убивает просто ради девайса, чтобы не достался врагу и себе подрезать. Так не хочется тратить прикопку на этого несчастного гранта. По крайней мере, пока там не подошел юнит, и ДПС не хватает. О, там Виз просто блокировал. Ну и кот подходит. Естественно, надо тратить вторую прикопку уже. С котом вы спокойно эти половины ХП у него сносите. Блин, вот что выпало? Что-то продал. Ну, скорее всего, Скров за Бист.
Может быть, и этого тоже подрезать. Ну, не добьет, скорее всего, но... Да, нанесет довольно приличное количество урона. Но он хочет. Но... Да, там вторая хантреска еще. Надо было заблочить, ну, ё-моё. Один 10 хп. Не-не-не, никто не будет запрыгивать этого, что с ума сошли. Так, покоцает немножко. А хотя, может быть, сдвинут этого гранта? Хотя очень больно, конечно, бьют Боруса. Плохая идея. Приковка же новая. А сейчас можно уже зайти. Оп, кто добил? Нет, добил, кажется. А вот сейчас можно было запрыгнуть внутрь, почему нет? Там один раз лапкой, но он боялся, видимо, что козел оттуда просто не уйдет. Потому что он не знает же, где Блейдмастер, правильно? У козла довольно маленькое количество хп. Да, и он бы, скорее всего, не ушел бы с базы. И сейчас не факт, что уйдет. Не, слишком много хп, сейчас еще... Эй! Причем это... Да, почему хэст ТП? Я не понимаю. Там же не было ботинок, а чего они... А почему... Как? Если я правильно помню, у них одинаковая скорость перемещения, нет? Начинает Твич лагать. Сейчас посмотрю. Нет, у меня дропов нет. Это... У меня Твич лагает, к сожалению. Просто если у тебя нет виндвока, если у тебя закончился скролл спид, как, каким макаром ты догонишь козла? У них же одинаковая скорость перемещения. Ой, какой хороший крипджек сейчас может быть. Но классно ушел сейчас. Shadow Hunter Fly'ем. Енота подрезал. Ну, одного гранта только подрезали. На самом деле, весьма и весьма неплохо. Да. Ну, слишком много хантрес. Экспанд делается внизу. Как вы видите, второй барак, но дефолт нормально. Еще минус пара рабов. Класс. Или там даже минус 3 раба. Сколько крипджек? Ну это когда тебя ловят на крипах. Подлавливают на крипинге. У тебя с одной стороны нейтрал, и с другой стороны вражеская армия, и ты как бы между двух огней, как правило... Ох, минус 2 еще рабочих, и минус бестиарии, судя по всему. Класс. То есть 4-5 рабов. Ай, вот это, конечно, не очень хорошо. Да надо передать ТП. Ну да, зачем передавать, если можно телепортироваться, действительно. Уже был у нас козел вчера, который передавал ТП. Бежал через... А он может вообще выйти со своей базы? Подожди. Да, вроде может. Или он там энтов вызвал. Там такая плотная застроечка. Минус 7 рабов, говорят. 7. Все, сейчас ставим спокойно экспанд. Крипим свою часть. Не, может быть, даже имеет смысл сейчас выбежать на магазин. Вот прямо сейчас на магазин выбежать. And he's moving everything over, like his macro is pretty much on point. And it's daytime, moving to... Верно, не удивит. В любом случае, есть алхимик, можно делать арчей. Нужен свиток, а лучше два. Хантер. У Хантера вообще все отлично. 50 лимита на 40. Да, и огромные проблемы с лесом. Ну, пожалуйста. Похоже, что Флай здесь проигрывает. Серьезно проигрывает. Сражаться, конечно, на магазине уже противопоказано Хантеру.
к сожалению. Ну хотя, лимит неплохой, да, там есть диспл. А что по свитку? Свиток кто покупает? Никто пока не купил. Blade покупает свиток. Yes, he has more supply, but he would like to have even more, of course, with this mass strat. A little more time would be nice. Хоть Хантреску добивай свою, она там такая никакая. Нет, вообще можно отступить, реально взять лагерь наемников, хотя может не успеть просто. Ну, выманить Мурлоков, например, чтобы без риска было. Магазина, кажется, не хватает Хантеру еще. Отступает от базы. Ну вот куда? Ну что? Ну почему? Блин. Переживаю я сейчас что-то за Хантера. Он довольно странное... Нет, успевает вернуться. Хотя ж нет, шахту убьют. Шахту, кажется, убьют. Нет, бросил шахту. Нет, решил добить. Это правильно. Ну как здесь сражаться-то вообще? Телепорта нет, возможно, тут и останется просто лайф, флай. Да. Там еще все красное. Yeah, oftentimes we tend to forget how easy it is to kill them from range because Night Elf rarely does it. Зря отступал. Мог прикрыть, посражаться за эту шахту. Хантер спокойно посражаться. Даже пофиг, что там козла рядом не было. Такая армия, такое преимущество хорошее, что можно было не отдавать эти 600 голды. Топ-15 плейграунда неплохо, говорят. Да. Протекшн только выкупил эльф. Оба свитка достались флаю. Ну, вот это хорошая тема, что сейчас... Что Хантер забирает частично нейтралов на стороне флая. Все такое красное, жуть. ЦХ получает третий. И колечком. Может на маркетплейс сходить. 11 арчей, полдюжины котов. Куда ж ты лезешь-то? Ну ёпарасоты. У него не третий алхимик. Зачем? Время работает на тебя, докрепся до третьего. Ну, типа, лимита больше. Но сражаться он не обязан сейчас, Хантер. Я не знаю, зачем он лезет сюда. Протекшн. Готов, типа, готов. Вызывает. Ой, какой там Блейд! Правда, Блейд немножко убежал вперед. За одну из арчей. Алхимик третий, свиток один. Свиток один заюзал и эльф. Не-не-не, тут нельзя сражаться с Хантером. Чудом он отконтроливает трех арчей. Нельзя здесь сражаться. Ладно, может, цеху отрежет. Инвул. Красиво. Сейчас еще такое количество арчей может на отступление. И нет ТП. Ну, вообще, ты молодец какой. Какой же ты, блин. Я ненавижу таких эльфов, конечно. Why did Hunter push into the main? I have no idea. He had the expo running. There was no expansion on the orc side. Does he realize this? Он такую глупость Backstab, right click, invul potion. Oh boy, but that was TP. Не, ну таких эльфов надо, конечно, наказывать. Hunter! То есть у него дефолтная просто стратегия. Поставь экспанд, защити его, как White Ra завещал. Просто, ты наиграл не одну сотню игр по этой теме. Все понятно, что нужно делать. И ты, блин, лезешь на орка, на базу, имея экспанд, не имея при этом телепорта. Крипы на карте есть. Вот какого хрена? Вот реально, куда ты полез? Да, сейчас мы будем лагерь наемников крипить. Конечно. Самое время перегруппироваться. Это яркий пример просто принципиально неправильно принятого решения во время игры. Причем оно не сложное, оно довольно тривиальное. Так обидно просто сливать вот такой ситуации.
Не, Флай просто пользуется возможностью, которую ей предоставил Эльф. Да какое? У меня минус 10 лимита, там 4 героя. Домой. Ну, в смысле, 1-0. Не делайте так, друзья, не делайте. Это нелогично, это неправильно, это ненужные риски. Тем более, там еще свитки были перекуплены. Ну, какого хрена ты лезешь? Нас там YouTube накрылся. Попробуй сделать. Попробуй. Ну, после игры. Ну, мы досмотрим. Да, очень. Просто такие игры отдавать особенно обидно. Особенно обидно. Пока есть. There's nothing really left to creep anymore. The Murlocs maybe. But will he get the level ups? Not too sure. То есть ему нужно было просто контролить вражеский экс, крепить лагерь наемников, делать там 60-70 мунвелов. Потом, если что, ты в лагерь наемников закупаешься, если не успеваешь там хантерес достроить, хотя вроде как все было ровненько, два барака работали. И желательно выкупить третий свиток все-таки. Докачать там алхимика попутно еще до третьего уровня. Все. То есть простые задачи. Ты такой в деф мод ты переходишь и спокойно ждешь, когда орк придет убиваться. У орка было бы где-то минус 15-20 лимита. Понимаете, на тот момент, когда эльф шел в атаку, у него было плюс десяточка при работающем экспанде. Куда полез? Абсолютно. Ладно, смотрим. Свитков нет. 4-3 на 4-4, там наполовину пятый Blade. Так, Флай выходит из лимита. Диспл. Немножко еще халявные экспы. Минус 2 виспа. Но сейчас побегает эльф без экспанда, с котами, с арчами против такой классной армии орка и классных героев. Одно сражение. Вынужден. А, он просто идет в героев. Ну да, сейчас ты оцениваешь шанс своим. Это правильное решение. Подведи слева. Молодец. Передает инвул. И вытаскивает Сиху. Хорош. Хорош контроль. Entangle, инвул. Все это время орда унижает армию остальную. А, кстати, можно убить этого алхимика. А, Блейд там просто дерется один поле под Lightning Shield'ом. Офигеть. Красиво, как контролит Флай. ГГВП. Well played. Hunter is losing map number one, and Fly is getting closer to a rematch with Shimiko. Я сделал стоп-старт трансляции на YouTube, на Twitch. Надеюсь, там нормализуется все. Against Moon it was a small advantage. Against Fly here it was a big advantage. This was a really big advantage. There's nothing or no one else to blame but him, unfortunately. What a great early game from this man. Everything went right. Until it wasn't anymore. Perhaps he felt, well, I have so much of an advantage, I can afford, even if I do overextend here, I can afford it. As long as I'm training somewhat well, it should still be my game. Was that his line of thinking? Perhaps it was, but it was the wrong line of thinking. And again, I believe, like you were pointing out, the arches were a little too heavy. Like, 6 arches should do the trick. That should be enough against the Windrider and the Serpent Wards. A bit of a smirk there on Fly. This game was like gifted to him. Thank you, man. That's true. It could be, if Fly continues this, could be the third Night Elf eliminated in just one day. OC out. Стоит отметить очень хорошую картинку. Качественные камеры, свет. Хорошее место для проведения турнира. Shout out to Reddit. Oh, 6 Night Elf, so overpowered. Not really. It does come down to skill here. It does come down to decision making and Hunter
didn't make the right choices there towards the end. У меня такое чувство, что раньше в Warcraft играли лучше в году в 2005-2008. Ты пропустил игры Happy, Тиашем? Мы уже поднимали этот вопрос. Кроме кресел. А мне кажется, что проблема не в креслах, проблема в том, что столы высокие. То есть кресла вроде как стандартные. Это DxRacer какие-нибудь, или их там масса этих самых разных кресел. А вот столы изначально на сцене сделали выше, чем обычно. Видимо, в этом проблема. Loses it, and then the second map is also like they lose their momentum entirely and lose their faith and their strength as well. I hope Hunter on his fifth offline event will have a better mindset now and just washes it off, but it's easier said than done. It's true, we've seen a lot of crumbling happening after that first loss in the next map where suddenly nothing seems to be working out anymore. После такой игры, конечно, дезмораль может быть, потому что имея такое преимущество, мы отдаем игру. И наоборот, плюс мораль у Флая, потому что он догонял, пытался, и тут ему там дарят просто. In the upper right, we have the former GCS champion WCA and PGL champion Fly. Will he go for a Farseer here? That is kind of the question on Concealed. We've seen this quite a bit. Yeah. Focus played quite a lot. Пепс отлично, Кэш. Кэш отыграл. Он еще может выйти из группы, и он красиво, красиво одержал победу 2-0. Отлично контролил, правильные решения в игре принимал. Ему предстоит с Фокусом сражаться завтра, уже, за выход из группы на втором месте. Противник серьезный, не знаю, поставит ли Кэш Альянс. Слушайте, нет, у них вот справа показывают от первого лица, и там явно выкручена яркость у всех из-за... Ну, это не в игре выкручена яркость, это выкручена яркость... на устройстве захвата. Видите, вот это цвета правильные, а вот справа были неправильные. Видимо, карточки захвата старенькие. Надо, кстати, заказать карту. Потому что я, по сути, скорее всего, оставлю Live Gamer 4K, вот эту вот новую карточку. Она работает пока без нареканий. К вопросу, когда был уровень выше, Хэппи на стриме говорил, что в Салат проиграл бы себе в 2008-м как-то так. Ну, Император говорил, что он из группы, скорее всего, не выйдет, и Лина проиграет 30%. И он говорит, что он просто стример. Ну, то есть, я ни в коем мере не ставлю под сомнение слова Императора. Вот. Но мнения бывают разные. It's always like my heart skips a beat until this experience overlay has updated because it always takes a second or so. But okay, he got that one. Ring of Protection also nice for the early trades against Blade Master. And he's going over to the upper side of the map. Начинается все стандартно. Хэппи пробегается, как всегда. Возможно, возможно. У нас в том же самом 2008 году почти не было возможности посмотреть вот часто на дистанции, как играет Хэппи. Именно как играет Хэппи. То есть не было стримов, водов было очень мало, они были редкие, только демки. Только демки. Конечно, тоже неплохо, но по-хорошему сравнивать нужно. Вот прям вот как играет человек. He scouted for the normal route, but Hunter isn't there. Fly at the moment is blind, has no idea what's going on. Козел старается избежать просто какого-либо контакта, выбирает в крайне непопулярные точки. Here we have the tech on the orc side. And Hunter not going towards the main right away, rather going for the next green. В общем-то, тем же самым занимается Блейд, но, скорее всего, у него
две задачи. И найти, и если не нашел, то прокрепить, чтобы время не тратить. Почему дыхание никто не берет? Ну, берут в определенных матчапах. The grunt upgrade, the berserker strength upgrade, and then the lodge, and then the war mill later on. But no, much earlier here. Keeper though did a good job leveling. Close level Просветочка пошла. Увидели Blade Master, можно было перебить регенерацию ХП. Арчу подставили все, просто end, кот. А, и в это время, пока Blade Master ждет, когда там подсветят с мастерской, Keeper вместе с энтами. Это даже может быть в плюс размен. То есть время на Арчу потратили, 50 ресурсов, 50 голды потратили. Если бы еще успеть вот этого жирного огра под Inner Fire и Bloodlust'ом взять. Серьезно, не будем? Нет! Нет! Кому? А, у него не было... Стоп, что? Мне показалось, что у него не было слотов. Он выложил, взял. Нет. Да ладно. Все в порядке. Да что они опять нагнетают? Там нет виндвока, там нет ботинок. Блин, надо перепроверить. Вдруг у козла после всех этих патчей или у Блейдмастера разная скорость. Мне кажется, у них должна быть одна, типа 325 или 340, какая там стандартно высокая скорость. То есть, ну как он его догонит? Как? О, ТГВ, привет. Хочется третий уровень получить, конечно. Да, маленького Мурлока добили и все. Добивает. Серьезно? Да, сверху алхимик наш идет. Да, это минус Блейд. Typical fly 100% losing a Blade Master when it's. Осетку решил кинуть. И даже прикопал. На всякий случай, yeah. Не знаю зачем. This happened a bazillion times throughout Fly's career. Да, и пошел экспанд. Ну, начало у Хантера опять же прекрасное. Просто прекрасное. Неплохо покрипился. Заставил, ну, убил вражеского героя. Потерял там буквально одну арчу. Ну, второго уровня не такой дорогой, но да, наверное. А двух шальных критов. Так он же не добегает, чтобы сделать этот удар. Все, у него... Причем есть криты. Ладно, надо перепроверить просто скорость и ответить для себя на этот вопрос. Shadowhunter is very strong against his Mass Hunter style later on in the game with the levels. But with only level one, that is... Ну, в прошлый раз, конечно, еще серьезнее было преимущество, особенно после потери семерых рабочих, бестиария. Посмотрим. Куда ты лезешь? Ты что ты? Хантер удивляет. Ну, да, он решил разделиться, типа, чтобы там... Может, ботиночки? Нет, хилл-скролл, хорошо. Ну, чтобы армию подсветить. Сейчас, кстати, спалят две Хантрессы или две Арчи. Да. Персоналочка.
It went to Hunter and the Scroll of the Beast. This can be big. And Tangle on the Shadow Hunter. Так, добил эльф. Окружаешь Сэху. Блин, прекрасно, конечно. Выталкивает. Но там опять окружение. Минус СХ. Вот это да. Арчу сейчас уничтожают. Но Scroll of the Beast. Здесь эльф должен убивать, конечно, все, что остается. Правда, тролли помогает справа. И Хантерский довольно битый. Если верно, непонятно, что делать. Хантерского доконтроливает Хантер хорошо. Убивает Гранта. Диспел... В кого это был Диспел? Не совсем понятно. О, сеточка еще на Гранта от тролля. Кот вроде как убежал. И 42-41, но самое главное, что СХ не качался все это время. И еще одна прикопка. Блин, как же больно. Вообще, при таком крипджеке эльф, конечно же, был позади. То есть прям 100% позади. Там и побитые люди были, и позиция была хреновая, и нейтралов он еще не добил. Но вот это окружение Сэхи... О, да ладно! Арчу подведи сверху! Молодец! Ах! Жалко. Да там Арчу можно было тоже. Ладно, неважно. Все равно хорошо окружает Хантер, конечно. Очень хорошо. Тайминговый магазин. Ах, не удалось заманить этого огра. Он не добежал до таверны, до Сэхи. Ну, ставится экспанд. По уровню героев вы наблюдаете тоже, смотрите, слева-справа, там алхимик наполовину третий. Будет третьим здесь. А там СХ наполовину второй. Ну, тоже он в процессе, конечно, но... Все такое битое, нужно еще в магазине затарить, наверное, свиточек. Один он взял. Еще бы один. 49 лимита на 47. Экспанд сейчас будет разведан. Инвул. Так, ночь закупили, прожали ночь. Теряет время, на самом деле. Вот эта вот пробежечка сейчас на базу была очень странная. Можно было, по крайней мере, магазин крепить частью армии. На фонтане мы лечимся, СХ... О, там же СХ очень битый. А как отсюда... Ой, СХ очень битый. Ну, не знаю. Позиция очень плохая сейчас почему-то у Хантера. Он пытается... Да, сражаться с орком на фонтане — это довольно рисковое мероприятие. Я не знаю, почему он... Ему надо было либо вбегать туда просто, чтобы на Хантреса, на героев тоже действовал реген, либо уже все, либо не лезть. To evacuate if he needs to. Must be reinforced defenses, right? Сейчас непонятные действия от Хантера. То есть он сейчас не в позиции, прибежал зачем-то на вражескую базу. У него на хвосте орда. Минус арча. Третий левел Сэхи. Нет, это 2-0, скорее всего. То есть понятно, что там экспан, но он сейчас просто нарастеряет людей. Это минус ТП, скорее всего, сразу же. Правильно. Да, взял свиток напоследок. Выбежала Хантерска. Сейчас будет, скорее всего, финальное сражение. Флай к нему очень хорошо готов. Уже и по героям обогнал. Инвул. И пошел строить экспанд. Но он отсюда не будет уходить. Здесь сражение, конечно, может затянуться, и не факт, как оно обернется для Флая, но
деньги есть, видимо, решил отстроить эксп. Провоцирует Хантера на атаку. Так, а можем даже через атаку убить. А ты виспов не хочешь подвести, чтобы подчинить? Там было 5 виспов в шахте. Флая больше, лимит лучше, герой лучше, алхимик очень-очень битый, причем ему придется читать невыгодно свиток. До свидания, короче, Хантер. Нет, это... Все-таки разные, в разного уровня игроки. Разного. Скоро Кадой переварит Виспа, это ГГ. Мне просто очень грустно смотреть на такую вот, на такого эльфа. Fly is so happy right now. Какое? Никогда он не будет. Ладно, не будем. Все, торопиться некуда, экспанд строится, у эльфа экспанда нет. 4-3, отлично все. Цветки приобрели. Нормальный Мунвейл такой. А он не отменил Мунвейл, кстати. Ну, после отмены у него было 140 голды где-то. Учитывая то, что Мунвейл стоит 180, даже тот дамаг, который был нанесен, не должен так был штрафануть по золоту. Да, этот эльф поплыл, надо нового нести уже. Уже начинает крепить нейтралов прям рядышком с эльфом. Почти пятый Блейдмастер. О, 5-4. Блейд нарезает очень хорошо. Торопиться, опять же, повторюсь, Флай. Смысла вообще никакого нет. У него защищенный эксп прямо в центре карты стоит. Да-да-да, ему как раз... Просто периодически посылать разведку в правый нижний угол и... Ну, давай, нападай. Давай, котами нападай на башню. На бетонную. Суицид. Well played by Fly. Really well played this game. And now he's going into Энд и в бой. Не, не хочет. Правильно. What does he have as a plan? What is it? C, I guess? Three-tag, no chimera, second attack upgrade. Трогрейд на атаку, может, ждет. Но время работает не на него. Ну, сейчас единственная возможность пойти это на мейн, навязать бой. Взять с собой все манатки, вот эти вот, всех виспов своих несчастных. Свиток перекупил тут же, а Блейд... Унижение. Был же только что свиток. Все, козел без козел с алхимиком без свитка. Против, смотрите, какого инвентаря у Флая. 60 лимита на 56. Арчи Хантрессы. Да... Без комментариев просто. Whereas we hear more and more archers dying, the hunters are all dropping low. Окружил Сиху с инвулом. Ей! Победа! GG, well played. It is 2-0 for Fly in the end. Макс Дэмэш, ты достал со своими... со своими оскорблениями игроков. That really was his. But inexperience strikes again. He was just a replacement, fourth place in the weakest qualifier on paper.
But he was here, he was representing North and South America. Жалко, мне просто жалко. Реально, у Хантера и в первой, и во второй игре было преимущество. Первый гораздо более очевидный. И видно, что он...